Всем привет, с вами Лиса, и я решила поиграть в Call of Duty Mobile. Я сразу извиняюсь за свой слегка охрипший голос, потому что я немножко приболела. Итак, это моя первая катка, да, это мой первый раз в Call of Duty Mobile. Играем командами 5 на 5. Управление на телефоне, конечно, непривычное. Но я сразу выбрала продвинутый режим управления, чтобы самой контролировать стрельбу. Мы уже сейчас видим, как они стоят на месте. Вы знаете, как будто играешь в шахматы, и они стоят на месте и стреляют в одну точку. Достаточно быстро накопила первые свои серии очков. Видите, во время бега здесь никто не стреляет, они останавливаются и просто стоят. У меня даже возникло такое ощущение, что я играю с ботами, а не с настоящими людьми. Они просто бегут под пули, вот. У меня кончились патроны. У меня кончились патроны, но и это не проблема для меня. Вот там вражеский чувак, вражеский солдат бежал мимо и просто проигнорировал меня. Запуск не удался, но патронов до сих пор нет. И просто зарезаем одного из них. Победа. 20-10. Легчайшая победа. И мой момент меня показывает, смотрите. Вот так проходят первые катки в Call of Duty Mobile. Если интересно, ставьте лайки и подписывайтесь.